Друзья, добрый день! Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд в Краснодар в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в ближайшем окружении города Краснодара. Будем смотреть дом с коммерцией, с выходом к своему собственному пруду, скажем так, в канал. Будет выход там, где есть рыбка. Дом большой, 140 квадратных метров, плюс огромная терраса с бассейном, мангальная зона, подвалы. Это все плюсом идет к основной площади. И 100 квадратов отдельного помещения под коммерцию. Все это в ближайшем окружении города Краснодара, в классном месте станицы. Стоимость объекта будет составлять 18 миллионов 500. Сейчас будем с вами все смотреть, заходить. Но сначала проговорим по инфраструктуре станицы Новотитровская. Давайте начинать. Итак, что касается станицы Новотитровская. Много тоже чего написано, сказано, много по ней работаем. 12 километров до города Краснодара, до ближайшего въезда в торговый центр Красная площадь. Также ориентируемся здесь на баскет-холл. В целом, вот если в хорошее время выехать, за 30 минут можно до центра долететь. Ейское шоссе по направлению до Азовского побережья отсюда порядка 120 километров, до Черноморского побережья порядка 180 километров. Сама станица на сегодняшний день уже становится огромной, она растет, развивается, много народу, скажем так, сюда переезжает, очень активно ведется стройка, поэтому если планируете перебраться куда-то поближе, да, так, чтобы бизнесу можно было наладить, ну и комфортное, тихое, спокойное место в развитой станице найти, ну, Новотитровская вам может точно подойти. Из плюшек, из таких, да, что здесь есть рядом, очень рядышком, прямо буквально 5 минут ходьбы, здесь построен новый детский садик, школа, это будем возить туда ближе к центру станицы, пешочком не получится, а вот ну, минут 10 вот так, да, до школы доберемся. Здесь тихая, спокойная улица, как вы видите, вот такого плана, везде новые домики построены, широкие подъезды, широкие большие такие придомовые территории, поэтому такая улица не из простых, скажем так, да, строилась вся за несколько лет и заселяется, ну, такими вот, наполняется большими домами, красивыми придомовыми территориями. Приезжайте, посмотрите, возможно, вам такой вариант подойдет. Пойду показывать участок, да, пойдем смотреть с вами дом по инфраструктуре станицы Новотитровской, поликлиники, все здесь это есть, почты, банки, нотариусы, магазины в количестве, кружков, секций. Кстати, для футболистов футбольный, филиал футбольного нашего ФК Краснодар здесь есть. Вот, поэтому, если детки занимаются, мальчишкам тоже будет интересно. Но в целом по инфраструктуре всего-всего здесь предостаточно. Давайте будем заходить уже на участок и осматриваться изнутри. Итак, на участок мы с вами попали. Здесь широкий фасад, порядка 20 метров. Но за счет того, что у нас двое въездных ворот, это вот первые, потом идет коммерция по фасаду. Мы обязательно перейдем, посмотрим. И вот так в глубине будет посажен дом. И дальше пойдет участок. Кажется, что со двора фасад не широкий. Сейчас обойду, покажу, что у нас есть еще одни въездные ворота с другой стороны к дому. Вот сюда, пожалуйста, распашные ворота с двух сторон. Здесь просто въездные ворота. Там у нас въездные ворота с входной калиткой. Участок у нас 15 соток, друзья. 15, этого много. Если будет желание, то можно разделить. И вот почему делали так, да, чтобы можно было разделить себе, допустим, оставить дом, коммерцию продать, сдать, поставить заборы. Ну, в общем, кому как понравится, это уже будем здесь на месте разбираться. Но часть участка, она вот закатана у нас в бетон, да, чтобы обеспечить подъездные пути, ну и также чистую придомовую территорию. А там, где придомовая у самого дома оставлены вот такие ниши для высадки растений. Здесь вот перед домом тоже кусочек оставлен. Ну и, собственно говоря, мы можем с вами двигаться и будем осматриваться по самому участку. Поскольку дом у нас большой, 144 квадратных метра внутри, это полезная площадь. Дальше будет огромнейшая терраса с бассейном. Вообще красота какая-то невозможная. Когда доделается, будет просто не дома, а огонь. Дальше мы с вами идем. Давайте пройдем по участку, посмотрим, что здесь есть. Участок сейчас не обрабатывается.
вот в таком виде, как есть. Кто интересуется станицей Новотитровской, знаем, что земля здесь очень дорогая, поэтому 15 соток, ну, здесь они на самом деле дорогого стоят. Что у нас есть на участке? Давайте посмотрим. С правой стороны каркас под теплицу. Да, вот сюда. Ну, хорошо, что он уже есть. Надо ее натянуть либо поликарбонат, либо пленкой, как понравится. А по краю там сидит малина. Вот таких деревьев особо здесь нет, поэтому самим посадить придется. Есть вот такая у нас облегченная постройка тоже из поликарбоната на фундаменте. Давайте заглянем, посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас уличный туалет. Ну, а здесь, видимо, разбак наверху. Здесь у нас расположился уличный душ. Да? Бочка для воды. Водичка здесь центральная. Заведено, подключено. На участке вода выведена в трех местах. Если скважина для полива, ну, собственно, тоже можно ее организовать. По периметру забор у нас на профлисте, на металлических столбах. Внизу, ну, вот по этой части забора у меня по левой стороне сетка, да, а там вот противоположная сторона у нас сплошной забор. Что еще есть по надворным постройкам? Это я вот двигаюсь потихоньку, спускаюсь там, где рыбку ловят, да, прямо из дома выходя. Держали кур, гусей. И, в общем, вот такая есть постройка. Есть загон для птицы на фундаменте, сетка, входная калиточка. Да, ну и вот тут птичка гуляла. И рядом облегченная конструкция из профлиста. Вот такой домик. Так, а мы с вами будем обходить и все-таки двигаться дальше по участку. Земля 15 соток, назначение земель здесь ИЖС. Слушайте, вот вы слышите, как птички поют? Да? Прям, надеюсь, что слышно. Очень прямо. Ни машин тебе никаких, ни криков, а вот прям птички. Так. Двигаемся с вами дальше. Про землю стала говорить. Назначение земель здесь земли ИЖС. Земля замежована, стоит на кадастровом учете. С документами здесь все в порядке. Ну вот, двигаюсь я сюда дальше. И здесь проходит за домом канал. И вот это вот территория, которой пользуются наши собственники. Плитами монолитными укреплено, сделан такой вот небольшой спуск, пирс, вот оно укрепление. Здесь летом сейчас все это зацветет, будет виноградная беседка. Да, вот здесь вот лоза винограда, она оплетает всю беседку. Ну и что, здорово, выйти посидеть. Да? Вон, хозяин уже утром рыбку закинул. Говорит о том, что можно углублять канал, но его вот чистили и вообще сюда рыбу заводят. Карася, ну, прямая речь, да, карася как грязи, запускал сюда толстолобика, амура, и, в общем, все растет, все ловится, и вот вам такая своя рыбка на ужин, да, на обед, пожалуйста, будет своя. В целом, по участку мы с вами обошли, 15 соток осмотрели, достаточно места за счет того, что большой участок, достаточно места и под посадки, и под сад-огород, и под птичник. Ну и несмотря на то, что два огромных строения на участке, да, за счет того, что приличная площадь земельного участка самого основного, то ну, как-то земли все равно кажется, что очень много. Мне кажется, а есть. Так, возвращаемся мы с вами назад к дому. Сейчас будем подниматься его смотреть. У нас осталось неосмотренным вот такое помещение. Чтобы было понятно, это под террасу. Ну, цокольное не назовешь. Это помещение под террасой. Вот такое еще полноценное, огромное. Хотите, как сарай, как тех... В общем, такое подсобное помещение. Кому подо что, как говорится, да? Так, вот это не просто так забыли, это чтобы вентиляция какая-то была. Все, мы здесь с вами посмотрели.
полочке для хранения можно много чего здесь организовать. Теперь идем с вами к самому дому. Давайте проходить по тех характеристикам. Значит, дом у нас 2022 года постройки. Дом, еще раз повторю, по площадям 144 квадратных метра. Это площадь дома самого внутри, плюс у нас будет площадь подвала и также площадь террасы, там где бассейн и мангальная зона. Но дом хозяйки убирать немного, 144 метра, ну, вполне такая классная площадь. А поскольку у нас есть подвал, да, там будет прям такое усиление, укрепление у дома в плане фундамента. Лили много бетона, плиты, далее строительство стен. Внутри у нас газоблок, сверху облицовочный кирпич, коммуникации все центральные, газ, свет, вода, канализация, септик. Септик на 6 кубов. Внутри у нас будет предчистовая отделка. Газ в дом заведен. Крыша здесь вот сложная. Накрыта она будет металлочерепицей. По тех характеристикам прошли. Давайте пойдем смотреть, что там у нас внутри по планировке. Ну и разберемся дальше потом уже со вторым строением. Пойдемте. В дом ведет большое широкое крыльцо, бетон, потом идет навес, крыльцо. Да? Здесь подшивка у крыльца. Это не профлист, это софиты. Стены здесь под покраску на крыльце, штукатурка под покраску декоративная, вот это обрамление у окон, розеточки сюда выведены, хорошая входная дверь поставлена, давайте сразу все здесь осмотрим. И сейчас повесим планировку двух этажей и пройдем уже по планировочному решению. Итак, на первом этаже у нас расположилась огромная кухня-гостиная 67 квадратных метров. Здесь санузел 3,7 квадратных метров. Подсобные помещения 5,9 квадратных метров. Также выход в подвал. Тоже сейчас там все посмотрим с вами внизу. И выход на террасу. Терраса, друзья, у нас 54 квадратных метра с бассейном, с мангальной зоной. Есть что посмотреть. Высота потолков по дому 3 метра. Сейчас вот в том виде, как дом стоит в предчистовой отделке. На втором этаже у нас будет 3 жилые комнаты. 18, 20 и почти 13 квадратных метров. И огромный санузел. Давайте будем приступать к осмотру первого этажа. На входе хочу сразу показать плитка. Она уже закуплена. Плитка крупноформатная. Хозяин говорит, что все оставит новым собственникам. Такой подарок с бонусом. Кроме карасей, еще в подарок останется и плитка. Не буду закрывать дверку, чтобы было нам здесь посветлее. Пойдем смотреть с вами первую территорию, первую площадь. Это прихожая. Давайте мы ее осмотрим. Разулись, разделись. Теплый пол в коридоре, в санузле и в кухне-гостиной. Вот где стоит плитка, здесь хорошая ниша. Это прям полноценная гардеробная. Сюда дверь-купе и все, вопрос решен. Далее сразу справа это гостевой санузел. Здесь предусмотрена у нас площадь под душевую кабину. И далее выведена сюда водичка. Канализация, может быть, стиральная машинка нужна на первом этаже. Ну, вот это тот санузел, который у нас 3,7 квадратных метра. Стены здесь под шпаклевку. Ну, вот такое помещение. А сразу рядом расположилось помещение площадью почти 6 квадратных метров, 5,9. Но здесь уже по фантазии кому как. Возможно, это гардеробная, возможно, это небольшой кабинет на первом этаже. А дальше вы уж тут сами смотрите, подо что такую площадь можно использовать. Возможно, это классная гардеробная. Да, может быть, маленькая гостевая комната, а может быть, кабинет. Дальше здесь у нас идет площадь кухни-гостиной 60,7 квадратных метров. Вот такое огромное пространство. Хорошая конфигурация. Много окон, но прям очень много, будет очень светло.
рабочая зона предусмотрена, кухонная поверхность, да, предусмотрена вот по этой стене, вынесены сюда розетки, все, что необходимо. И также вторая поверхность предусмотрена вот сюда. Здесь должна быть у нас плита, вода, мойка. Ну, вот так, чтобы это было вот сюда на окно. Тоже интересное решение. Мое любимое, когда в окно смотрю и мою посуду, да, или готовлю еду. Так, ну, ремонтные работы идут, поэтому все отсюда, конечно, не вынесешь. Ну, вот смотрим, смотрим, как есть. По первому этажу вроде бы все посмотрели. Давайте будем спускаться сюда. Есть цокольное помещение, огромнейшая площадь. Лестница здесь бетон, да? Ну и второй этаж лестница тоже у нас пойдет, тоже бетон. Спускаемся сюда. Коммуникации сюда тоже заведены. И электрика, вода, отопление. Высокое помещение. 2,30 по низу. Пожалуйста, здесь фантазии просто очень бурные. Да, что здесь можно приспособить сделать? Отопление сюда. Коммуникации тоже сюда внизу. Спортзал. Пожалуйста. Вот такие все конструкции. Ну, кто будет рассматривать данный вариант для приобретения, здесь уже будем собственником внутри ходить и будет рассказывать, какая была задумка, да, где что должно расположиться, потому что когда дом строится, конечно, есть какая-то концепция, которую потом хочется, наверное, соблюсти, да, потому что всегда есть какая-то идея. Так, здесь мы с вами поднимаемся на второй этаж. Так, давайте мы добрались до перекрытий второго этажа. Здесь у нас перекрытия будут деревянные между вторым и первым этажом, а лестницы бетонные. Поднимаемся с вами на второй этаж. Тоже хорошая высота потолков. И в чистом виде, я думаю, здесь будет порядка 2,80 на первом этаже, там 2,90, 2,85. Ну, давайте будем здесь смотреть по комнатам и по санузлам. Ну, куда бы пойти сначала, да? Ну, давайте вот сюда, прям просится. С левой стороны у нас ванная комната. Вот такая на первом этаже санузел гостевой, будем считать. А здесь площадь 11,9, 11,8, почти 12 квадратных метров. Это то, что ванная. Ну, вот выведена вот так сантехника предусмотрена. Опять тут подумать. Когда, конечно, есть ремонт, стены покрашены, поклеены, будет все очень красиво. Ну, здесь три жилые комнаты. Давайте будем смотреть. Первая комната смежная с ванной. 12 квадратных метров площадь ее составляет. Стеночки все беленькие в предчистовой отделке. Вот такая получается комната. Есть скос у крыши, но для спальни он не помешает. Далее следующая комната. 26 квадратных метров площадь ее. Здесь у нас комната с выходом на балкон. Нам обратили внимание, что есть балкончик, когда выходили, когда смотрели фасады по дому. Давайте посмотрим. Ну, выходить не буду, да, вот сюда покажу. Вот такого плана. Так, напомню, что коммуникации здесь подведены центральные, все газ, свет, вода, канализация, септик, причистовая отделка у нас у дома. В станице Новотитровской мы сегодня находимся. И смотрим с вами третью спальню. 18,4 площадь ее составляет. Также стены в предчистовой отделке. И здесь у нас окошечко выходит вот сюда вот на поля, на водичка там, канал. Ну, в общем, на свой участок. Так. Вот такого плана у нас дом.
Выходим с вами дальше на террасу. Выход у нас из кухни и гостиной, напомню, 60 квадратных метров. И здесь, друзья, у нас площадь 54 квадратных метра. Ну, высоченная бетонированная площадь. Помним, да, мы заходили, там внизу есть еще подвальное помещение. Это кроме того, что у нас есть подвальное помещение в доме. Так, давайте осматриваться здесь. Цельное, монолитное вот это все сооружение. Сверху навес, крыша на металлическом каркасе, профлист, освещение сюда выведено. Также здесь построена мангальная зона. Явно уже прошла не одно испытание шашлыками. Предусмотрен бассейн. Лесенку осталось примерить сюда. И также здесь есть отдельно предусмотренная площадь под баню. Ну, хотя эту площадь можно организовать и внутри дома. Но здесь вот так предусмотрено. Да? Мы попарились. Здесь помывочная. Здесь сама парилка. Вот где доски лежат. Вот сюда это оставлено место под печь, я так понимаю. Ну, и здесь небольшая парилка. Если нужна большая парилка, можно как-то, наверное, подумать и все это организовать в цоколе. Ну, мысль, наверное, была следующая. Зашел, попарился, погрелся, да, и сразу в бассейн занырнул. Вот идея была такова. Домик еще раз давайте осмотрим. Классная облицовка, красивая очень. С белой расшивкой. Дом смотрится, конечно, достойно. Ну и тут с террасы открывается вид на ваш участок. Все зелено, красиво. Рыбку пошел, половил. Ну, выходные точно можно провести очень здорово. И вечера буднего дня. Итак, друзья, с основной частью дома мы с вами закончили. С участком тоже. Он в бассейн хочет занырнуть, шашлыки пожарить, выходной все-таки. Но у нас еще осталась неосмотренная с вами коммерция. Давайте будем туда переходить и посмотрим, что там еще за дом. Сейчас мысль такая, что живут там, где коммерция, поскольку там ремонт сделан, жилые помещения есть, да, вот можно жить. А этот дом строили, чтобы уже потом перебраться, а первый дом использовать как коммерческую часть. Ну, пойдемте все с вами покажем, посмотрим и уже сами решите, как распорядиться таким добром, если решите его приобретать. Друзья, я вам спешу напомнить, что у нас есть телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. На нем важная актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Если вы планируете купить или продать недвижимость, важно быть в курсе событий, а мы за ними следим очень внимательно и готовы с вами поделиться своими знаниями. Подпишитесь, пожалуйста, буду вам очень благодарна. Ссылка сейчас перед вами на экране, а также внизу в описании к каждому видео. Итак, друзья, мы с вами добрались до осмотра второго дома. Сейчас он для семьи является жилым. Сначала его строили как жилое помещение, а потом пришла идея концепции, что по фасаду надо оставить вот такое здание, которое можно использовать под работу, да, а уже себе построить внутри на участке жилой дом. Поскольку площадь участка позволяет 15 соток, поэтому можно совмещать комфортно и работу, и проживание. Пойдемте смотреть, что здесь есть у нас по этому зданию, по этому дому, и уже будете сами принимать решение, под какие цели и нужды его использовать. Пойдемте в дом. Итак, в дом мы с вами попали. Давайте осматриваться по первому этажу. Здесь у нас в целом такие перегородок нет. Два полноценных. Первый и второй этаж. На первом этаже у нас 49 квадратных метров. На втором этаже у нас 50 квадратных метров. По ремонту здесь стены. Это декоративная фасадная штукатурка. Караед. Потолок натяжной матовый. Освещение установлено. То есть вообще полноценный. Вот тебе готовый магазин. Вот такого плана помещения. 49 квадратов. На полу лежит плитка. Теплый пол. Водяной теплый пол здесь у нас разведен, как безрадиаторное отопление. Ну, легко это сделать по-другому. Сейчас, поскольку в этой части дома проживают, то готовка электроплита здесь. И есть у нас вот сюда кусочек с коммуникациями. Здесь у нас расположился санузел и мойка.
Ну, такие, как говорится, спартановские условия, пока строился второй дом. По большому счету, если вдруг нужно два дома на участке, на Новотитровской, на огромном земельном участке со своим выходом в воду, друзья мои, этот дом можно оставить жилым или жить на втором этаже, а первый этаж предусмотреть под коммерцию. В общем, тут варианты фантазии, вы только подумайте, что можно с этим сделать, если рассчитываете в эти бюджеты, нужны такие площади и есть мысли, чтобы работа, дом, а может быть двумя семьями, все здесь это можно реализовать. Концепция на самом деле классная. Вы пишите, звоните, не забывайте сохранять ID объекта, и мы уже подскажем, что с этим можно сделать и какие задумки ваши уже личные можно реализовать. Здание здесь у нас 2020 года постройки. Дом, не сказала вначале, да, на ленточном фундаменте. Газоблок внутри, сверху также облицовка. Крыша накрыта профлистом. Ну, в целом, вот такие технические характеристики, полноценный дом. 100 квадратных метров. Давайте будем подниматься на второй этаж. На второй этаж нас ведет лестница. Лестница бетонная. Здесь у нас плиточка уложена, ступеньки. И посмотрим с вами сейчас второй этаж, еще 50 квадратных метров. Поднимаемся с вами на второй этаж. Смотрите, вот с улицы мы смотрели полукруглое такое, да, зеркальное окно. Вот так оно красиво смотрится снаружи. Помещение большое, 50 квадратных метров. Если захотеть сделать эту часть жилую, можно, да, тут это поделить на несколько комнат. Ну и вполне себе комфортно проживать. Так, на втором этаже у нас есть санузел. Сейчас все посмотрим с вами. Вот сюда он разместился от лестницы сразу влево. Предусмотрено. Здесь у нас душевая кабина. Стеночки облицованы кафелем. На полу также плиточка. И унитаз спрятался вот сюда, за перегородкой. Тоже здесь стены в плитке, потолок натяжной матовой с точечными светильниками. Ну вот как-то так. Итак, друзья, мы с вами закончили осмотр интересного объекта. Обзор получился большой. Дом нестандартный. На самом деле по индивидуальным проектам здесь все строилось и есть своя интересная задумка. Если вам такой объект понравился, подходит, готовы рассмотреть, не забывайте сохранить ID объекта, чтобы мы как можно быстрее могли ответить на все ваши вопросы внизу в описании и всегда в самом видео. А я благодарю всех, кто досмотрел наш видеообзор до конца. Если еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Ну и обращайтесь, пишите, звоните, контактные данные всегда ниже. С удовольствием поможем подобрать объект в Краснодаре, в крае, который подойдет именно вам. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».